параллельные. Учусь в последние годы жить одновременно в двух параллельных реальностях. Сердце, словно узкая перемычка в песочных часах, через которую осуществляется переход. Раз, и ты уже там, пробираешься на ощупь, чувствуешь нецех с полохами северного сияния, то приближающихся, то отдаляющихся от меня. Да и сама я, словно стена переливающегося света, находящегося в постоянном движении, извиваюсь и сверкаю, но в то же время нахожусь в привычном нам мире, лежу, хожу, печатаю на компьютере. В интернете рассказывают, что так осуществляется великий переход, когда и планета, и мы меняют свою плотность, и мы начинаем жить одновременно в нескольких мирах. Чувствую это на собственной шкуре. Я здесь, а шкура в другом мире, светящаяся и извивающаяся, параллельные.